Павел Степанович вспоминает, Володя пал одним из первых, но всегда был верен присяге. Сам он был очень хорошим и добрым человеком, хорошим семьянином и добрым товарищем. А самое главное, что был настоящим бойцом, который знал и очень знал вопрос тактики и стратегии. Соревнования посвятили памяти Владимира Щербатова и провели их традиционно на базе 10-й школы. Каждый год их проводят в день гибели защитника. Как говорят специалисты, такие мероприятия нужно проводить. Проходят очень часто и классные часы, посвященные защитникам Приднестровья и ветеранам Великой Отечественной войны. И обязательно проводятся уроки мужества. Выступили школьники. Официальное начало стартовало. И вот самое интересное – соревнование по стрельбе и разборке автомата. Восемь секунд. Для Стаса это не лучший результат. Но, как говорит сам школьник, и такой опыт пригодится. Вплотную занимаюсь военным делом. Мне это очень нравится. Тем более в дальнейшем я по окончанию школы хочу поступать в военный институт города Тирасполя. Такое решение юноша принял уже давно, а на этих соревнованиях еще больше убедился в правильности своего выбора. Вообще в Приднестровье патриотическому воспитанию уделяется во всех школах очень большая роль. Считается, что это приоритетное направление воспитания. Наша молодежь должна знать наших героев, защитников Приднестровской Молдавской Республики. Государственная администрация города Рыбницы и Рыбницкого района всегда поддерживает такие мероприятия. Я всегда готов защитить свою родину. Александра Комплеева, Валентин Васильев, Юрий Бежан, Первый Приднестровский.